В борьбу за кубки и медали вступили три возрастных группы. Это спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет. Не все из них занимаются в спортивных секциях. Некоторые просто показывают неплохие результаты на уроках физкультуры. А вот команда из Ростова в Шиповке участвует уже 6-й год и каждый раз привозит домой награды. У Насти Кочеренко, например, лучше всего получается бегать. Дочь заслуженного тренера и чемпионки мира по легкой атлетике всегда настраивается только на победу. Лично для меня это важно, как бы очень как бы, много. Для команды как бы еще больше, потому что мы как бы очки все вместе. Мы за 2 месяца готовимся, там форма, все есть у нас. В программе турнира 4 вида дисциплин: бег, прыжки в длину, высоту и метание снаряда. В качестве дополнительного зачета введена эстафета 4 круга по 100 метров. На данное соревнование, во-первых, можно стать победителем в отдельном виде, потому что не все могут там хорошо метать снаряд. Вот. Кто-то прыгает хорошо, кто-то бежит. Поэтому в сумме они набирают определенное количество очков. Победитель определяется как в личном зачете в каждом виде дисциплин, так и в итоговом командном. Сильные ребята в возрасте от 12 до 15 лет по результатам таких турниров могут претендовать на места в региональные сборные. Итоги шиповки юных будут подведены уже завтра. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.